Через 30 минут здесь, на площади муниципального центра культуры, состоится массовое театрализованное представление с участием очень большого количества профессиональных и абсолютно непрофессиональных артистов, каковыми сегодня являются учащиеся общеобразовательной школы. Здравствуйте! Как настроение? Как вам праздник? Тебе понравилось? Да. А ты смотрел, как разворачивается? Смотрел? Интересно? Да. И через полчаса мы встречаемся с вами на площади. А пока для вас музыка! С праздником! С Днем Победы! Здравствуйте, с праздником вас! Как вам мероприятие? Отлично! Давно такого не было? Давно! Сейчас у меня дочь что-то будет выступать. Очень рад! Спасибо, с праздником! Чечнели письмо от матери на горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели. Здравствуйте, с праздником! Как вам? Даже как вам? Не берегли, чтоб пожелать тебе сегодня перед боем. Ведь мы в огонь, и ты идем тут для нога. Давай с тобою поменяемся судьбою. Здравствуйте, с праздником! Что ж вы так пугаетесь? Как вам мероприятие? Вот потому-то наш родной гвардейский корпус.